Привет, ребята, где я мы? На море, где лесу, мы? Морским. Где мы с тобой? Давай рассказывай, куда приехала? В Анапе, люди я. Как отель называется? Отель не знаю. Понтос. Понтос. Веста. Заря. Все хорошо. Главное море. Главное солнце. А больше ничего не надо. Короче, ребятушки приехали. Да, мест мы, нету нигде. Мы в шоке. Столько народу, это просто тьма таракания. Лисичка. Мама, привет. Привет, как дела? У тебя самый яркий купальник. У меня Алиса говорит, где мама? Я говорю, так ты обернись, вон она. В самом ярком купальнике. Ее сразу видно издалека. Ну как вам первый день? Идеально. Ребятушки, первый день провели в дороге. Время вечер, заселились только в 5 часов вечера. Уже через 10 минут ужин, а мы на море пришли и никак вылезти с него вода не можем. Вода идеальная. Никакой кайф. Там кто там говорит, я такую грязь не поеду. Не едьте, не едьте. Я столько народу никогда в жизни не видела, чтобы слышишь, в Анапе было. Помнишь на пляже этого, столько? Который говорит, что у него в Москве воздух-то чище, чем здесь на море? Я говорю, так у вас и море, вы с собой в банку трехлитровую зачерпните, отвезите там. В Москве, говорит, воздух чище, чем здесь у нас в Анапе на море. Бога благодарим каждый день, что живем в таком районе. Красота. Сервис, конечно, с каждым годом все лучше. Вот видите, кому что, Алисеньке бассейн. Сейчас пойдем, солнышко мое. Целый день мы сегодня добирались. Сначала приехали, короче, на In The House. Там все посмотрели, что как, что почем. Потом уже поехали только в номер. А еще с утра сегодня по делам были в городе. Короче, сегодня кучу дел переделали. И вот только к вечеру добрались. Так, сейчас мы с Алисой идем на бассейн. В море накупались, она хочет на бас. Мы в отеле Понтос Веста, Понтос Заря. В прошлом году были. Кому интересно, отматывайте плейлисты, смотрите. Нового у них появилось за это время только бунгало они отстроили еще в этом году. Ну, я вам покажу позже. Так, ну что, резкое включение, начало следующего дня. Бунгало я вам покажу потом как-нибудь. Мы дома. У меня начал работу электрик. Пробит потихонечку. Вчера начал. Сегодня время у нас. Так. Без 10-12 его до сих пор нет. Ждем. Какой вот у нас электрик. Это вам не Валера. Здесь чуть-чуть начал. Тут у меня творческий беспорядок. Приехала плитка. Керамогранит. Значит, это у нас будет ванная комната, стены. Вот такая вот красота. Блин, ну вот так вот, короче. Я, ребят, много показывать не буду. Вот потом уже, когда плитку будет у меня Дима выкладывать, плиточник, все покажу. Вот это пол второго этажа. Не хочу доставать, ребят, все это. Все хочу, чтобы осталось сложено. Тут пол на террасу. Тут второй этаж, плитка. Короче, все здесь. Две тумбочки. Две инсталляции. Ну, вот это вот комплекты. Клей. Что тут у нас? Грунт. Затирка, гидроизоляция, ванна. Поддон душевой идет в комплекте с ограждением, но мы его ставить не будем. Просто откроем, Дима по нему лекало снимет, плиточкой выложит. Вот, из плитки будет, в общем, у нас поддон. А этот потом, не знаю, кому-нибудь надо подарим. И душевое ограждение, вот оно. Ну и все, в принципе, пока. Пока как-то так, на втором этаже. Тоже электрик электролизует, да так, что он провода разрезает. Работник года, молодец.
Ну, в общем, как-то так. Так вот у меня приусадебная территория выглядит. Колонны, вот видите, залиты. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Залил колонны под баню. Ну, что-то у меня Юлия Владимировна не поддерживает идею с баней. Ну, ее говорит, в баню эту баню, не хочет баню. Типа, места мало будет. Я думаю, да блин, ну и пусть его будет мало места, что мне тут. Перед баней вам будет небольшой полисадник и хватит. Как думаете? Напишите в комментариях. Я вот за баню. Юля что-то против. Сегодня первый день. У меня вышел парень по имени Дима. Тоже Дима. Но он ответственный парень. Вышел, сразу принялся за работу. Это Дима. В общем, он плиточник. Будет делать у меня плитку на первом и втором этаже. На террасе у меня будет плитка. В одной из комнат будет плитка, вы знаете, которую я буду переделывать под гардеробную. И также здесь будет стирка-сушка. Многие начали писать о том, что так не делается. Знаете, дорогие мои, а мы сделаем. Вот такие вот пироги. Тут перед домом у меня заезд вот такой вот. Видите, тут просел грунт. Сейчас вон возьму щебень и подсыпаю. Жду доставку, заказав гипсокартон, профиль, там смеси всякие еще. Ну, все, что Диме плиточнику надо. Сейчас привезут. Пока везут, подраскидаю немного вот эту кучку. Вот сюда. А потом поеду домой. Так, приехал на Амелькова. Вот магазин Светпро. Купил, короче, я светильники на улицу. Вот такие вот уличные светильники у меня здесь в доме будут. По 900 рублей штучка. Гарантия 2 года. Ледовские. Там в доме я уже там не нужен. Доставка приехала, разгрузился. За светильниками съездил, завтра их отвезу. В общем, короче, такие вот дела на сегодня. С домом все. Едем на море, на морюшко отдыхать. Может, успею искупаться. GPS подключен. Так что такие планы. Ребятушки, я приехал домой. Время вечер. Бунгало я вам опять не снял. Ну, я такой уставший был, просто поужинал и все, и отдыхал. Сейчас у нас тут, короче, соревнования по скакалке. Прыгала Алиса. Теперь сейчас будет прыгать мама. Так, давай я тебе это, расправлю ее. Хочешь? Не надо, она под меня подстроилась. Раз. Оп, я развязал. Чтобы подлиннее было. Смотри, там видишь, у тебя узел. Ага. Сидит. То на лавочке сидел, то под лавочку глядел. Петя. Раз. Раз. Два. Оп. Оп. А если тапки снять? Нет, ты что, насекомые. Раз, два, три. Уже три. Раньше я легко прыгала вообще. И вот так. Ой, наискось вот так вот прыгали. Как только не прыгали. А сейчас никто не прыгает. Когда крутят, вот двое крутят. Да. Ой, сейчас скакалка не модна. Раз. Нет. И раз, и два, и три. Надо Алисе дать, она вам покажет сейчас супер класс. I'm all her, take a deep breath. I'm shark you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. I'm a spend. I'm a baller, take a deep breath. I'm shark you 7 days a week, I'll be up all night. Day and night, day and night. Дамы и господа, утро следующего дня. Короче, у меня влог будет, знаете, такой трехдневный получится.
сегодня Якова. Конечно, его уже закончу, смонтирую. Время часов, наверное, 9 утра. Мы позавтракали, идем на море. Девчонки уже там, я их догоняю. Вот такая вот у нас погодка. Сегодня солнца такого сильного, мощного нету. Вчера бабуля нырнула и чуть не утонула. Представляете себе? Поэтому что пришлось? Вон, девчули мои сидят. Вон, смотрите, вон они. Вон, снимают меня. Вон. Ну, короче, пришлось пойти купить круг для бабули, чтобы она больше не утонула. Зашла где-то по бедро буквально, там, я не знаю. Меня не было. Я-то на доме был. И нырнула. И все, и нырнула-то, а ноги-то все, не шевелятся. Голову подняла, там девушка какая-то рядом была. Она говорит, и вытащите меня, пожалуйста, помогите. Ей помогли, конечно, и все. А потом сидела полночи, плакала. Ой, ужас какой-то. Возраст, года, 82 года. Все. Вот так вот, ребята, сегодня выглядит море, волна, желтые флаги, видите, везде желтые флаги, для того, чтобы люди были осторожны, далеко не заходили, потому что такую волну обычно тибун утаскивает, такие вот пироги. Вон они, лежат на лежаке. Бабули нету. Одни. А где бабуля? А где бабуля? А где бабуля? Она уже пошла гулять по пляжу. А? Где бабуля? На волнах пошла купаться. Так, надо сегодня тягун. Тягун? Да. Бабуля одну оставлять нельзя. Бабуля не будет плавать. Ну. Никого не слушаю. Карман ты не положил? Здрасте, ты пошел в очках. Ты что? Я снимала, ты в очках. Ну все, очки за 20к улетели в бездну. Кому-то повезет. Вот так вот, а мы тебя предупреждали. Я думала, что ты в карман положил. Нет. Я потом нафиг увидела, такие... что ты без очков. А точно ты был в очках? Ты без очков, без очков был. В очках был. В очках я был? Снимала. Да ты в что? Я в очках ушел, и очки у меня слетели. А мне кажется, что я все время с тобой глаза он в глаза катал, разговаривала. Очках, а потом уже, когда оттуда плыл, он уже был без очков. Ну, ё-моё. Что повезёт такого в этих очках? Что не стоит 20 тысяч? Форма! У них, во-первых, у них оригинальная форма. Оправа. Во-вторых, у них стекла оригинальные, настоящие. Оригинальные стекла. Какие, в смысле? Не пластик, не кричи, поляризация не кричи, идет. Не кричи, оправа не идет, кричи. Все у них идет. Ну скажи мне, оригинальное это что значит? Это фирма, бренд. Фирма, за бренд. Короче, ты по брендам, все понятно. В общем, короче, это брендовые очки. Вот ты в очках. Я очки свои. Он переплачивает за вот. В очках, точно. Ну все, Леша, ходи теперь в старых. Все, что теперь делать? Так, ребятушки, скидывайтесь мне на новые очки. Еще один. Одному на зубы, другому на очки. Люля, тебе на что? Ничего не надо, я счастливый человек. По-моему, прихеревшие все. Всем что-то надо. Все. Ну ладно, купишь новые. Купишь новые, будешь в следующий раз внимательней. Так, да, давай, вставай есть. С бабулей. Давай, давайте фотографируемся. Вот такая вот, ребята, трагедия у нас сегодня произошла. Трагедия. В Анапе. Подожди, на Черноморском побережье. Мы их потеряли. Давайте, потеряли. Я надеюсь, что кто-нибудь их найдет. Станет счастливым обладателем. Очков Ray-Ban за 20 тысяч рублей. Вот так. Пока я тут с вами разговариваю, кто-то коньяк пьет. Да, вот мы пьем. Мы, говорит, коньяк пьем. Да. Набрали лимонада. Мама по стаканчику, выпила. Говорит, я коньяк пьем. Понтуются из пластиковых стаканчиков тут стоят. Алисочка к нам пришла присоединилась. Что, я сегодня уйду? Нет. Очки оставь на берегу, иначе. Доча, привет. Надо купаться. Я сейчас головой накрывала. На я просто ее положила в этот, на берег. На берег. Просто заставила сесть.
потом заставила лечь. Мама, вот этой волной ее крутились. Мы купались, прямо на берегу, что ли? Песком, ну, как да? Я купаюсь. Да, да, да. А тут есть волна вообще с головой накрывает. Ну и молодцы, хорошо. Вот я говорю, а то бы ходила по берегу. Усеку, сфотографировать. За то, что она мне... Что-нибудь. Тут говорю, не буду пить, она горячей воды добавила. Холодный лимонад, холодный. А, лимонад я холодный. Всего-то водички горяченько добавила, и все. Все, вот. И кисленький меня уму-разуму подставить. Давайте, она присаживайтесь, уже, мне уже на вас ты снизу сейчас, вверх смотреть неудобно. Сейчас ты уедешь, и что? А да, я куда я подружка уеду? Подружка приедет сейчас. Да, а, ну да. Покажет. Там ты ее будешь учить уже. Так, ребятушки. Я снимаю, сколько много народу, вот вам показываю. Я хочу найти, поискать Василисы. Не вижу, где-то они здесь, но я их почему-то не вижу. Очень хочется поснимать. Лето 2023. Народу в Анапе тьма тьмущего. Это просто нечто. Волны не пугают, наоборот, тут разговаривают все люди. Тебя стоял, девчонок своих высматривал минут 30, наверное. Вот увидел их. Очень круто, уже второй раз купаюсь. Обалденно сегодня.